Как избавиться от запаха пота? Поможет всем известное средство. У некоторых людей запах пота очень сильный и резкий, но никто не готов мириться с такой проблемой, тем более, что она часто мешает в общении с другими людьми. Различные косметические изделия лишь на короткий срок убирают этот запах, но есть более эффективное и, что немаловажно, недорогое средство. Смотрите видео до конца, и вы узнаете, как победить проблему. Почему пот так пахнет? Потоотделение – важный способ регулировать температуру нашего тела. Потеем мы постоянно, но капли пота видны только, когда скорость его выделения больше скорости испарения. Но, что интересно, сам пот не пахнет. Это просто соленая вода. Его запах создают бактерии, размножающиеся в условиях обильного потоотделения. У каждого человека набор бактерий и их количество разное, что и определяет отличие запаха пота. Влияют на него также пищевые привычки, хронические заболевания и принимаемые лекарства. Показательная история человека, страдавшего от наследственного заболевания гипергидроза, при котором пота выделяется особенно много. В борьбе с его запахом ему помогло народное средство, о котором мы и хотим рассказать. Как избавиться от запаха? Любые дезодоранты только маскируют запах пота с помощью содержащихся в них отдушек. А натуральное дегтярное мыло действует на саму причину бактерий. Регулярное мытье подмышек этим мылом дважды в день позволит контролировать запах пота. Пользовались ли вы таким средством? Расскажите в комментариях.